приехал. Разные моменты. Какой уступчик ты прыгать хочешь? А я не обижаюсь. А, давай, покажи. Давай, 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 давай. Я что, люблю, когда на моих мотоциклах едешь. А? Видно, как они могут. Ну где угодно, где, ну, поучиться немножко. Вот и все. Ну охренеть. Просто. Мое почтение, мистер господин. Как у вас классный мотоцикл умеет ездить? Это не в мотоцикле дело. Да, не переигрывай сцепление. Ты видел, твой мотоцикл прыгает? А да. Ты прыгаешь, ты даже не отрываешься, потому что просто держишь сцепление и газ. Брынь-брынь, бросаешь и все. Нет. Круто. А потом закрыл. Не, круто, когда ты вот отсюда прыгаешь метр на три. Ну, согласен, спору нет. Получилось, нет? Че, не замерзают, что ли? Не пойму. А, нет, пишут все. Ты прям как заправский кроссмен. А вот прыгать обратно не могу. Обратно это что значит? Ну опять. В смысле? Я раньше умел прыгать. А, трамплины? Я разъебенился в щепки. А, чуть-чуть теперь и тормозит, да? Вот здесь и все. Я понял. Намертво. Надо летом распрыгаться. Ну да. Мне нравится у него подвеска. Ну слушай, я тут и едешь, ты легенький. Я смотрю, как она прям всю мелочь тебя под тобой работает. А я не чувствую ничего. Ну правильно, потому что она работает, я... да, круто. Не, я пробовал на вот на этом, на КТМе Виталина. На этом катнись. Не, у тебя слишком он крутой. Ты не крути. Ну крутить? Поехали лучше на этот, на пока еще чуть-чуть светло, на этот бетонный блок. Чего, я летом распрыгаюсь. Я прошлым летом вот этот вот перелетал. Левый самый. Вообще на холостых. Просто.
Мне надо чуть разогнаться. Без разгона не могу заехать. Фу. Попробуй назад сместиться. Натяг? Натяг и пободрее. Не крути его в эфире. Крути, разгони сейчас на эфире, а там натяг. Чуть-чуть. Почти получилось, да, нормально. Такое правило, куда смотришь, туда едешь. Смотри вот на тот стол. Ага, хорошо. Не смотри на препятствие, смотри на стол. Как только почувствуешь, что мотик выровнялся, можешь принять решение либо остановиться выжиманием сцепления, либо скатиться. Хорошо. Смотри на стол. Прям вот заставь себя на него. Я понял, да, хорошо. Понял, сейчас пробую. На стол. Изи, изи-бризи. Если бы был чуть-чуть вход побыстрее. Что? Если бы был бы вход чуть побыстрее, то тебя бы в конце не снесло. Ты так бы прямо и поехал. Ага. Ну ладно, поедет дальше. Вот там и вот сиди, раз... Сиди на жопе, не смещайся на бак. Хорошо. И смотри вдаль. Светлое будущее. Да-да. Там, где я на тумбочку встаю. Конечно. То же самое. Сидим на жопе, смотрим в светлое будущее. Там как раз удобная палка есть. У меня здесь скользят колеса. Мне надо немножко быстрее ходом. Надо заезжать. Да, мне надо ходом. И газ не бросай. Ты бросаешь газ, когда у тебя первое переднее колесо достигло туда. Ага. Но у тебя 80% мотоцикла все еще на горе висит. А ты сейчас там так тоже было, да? Конечно. Это еще психология пока не настроилась. Да. Держи строку. Держать строку. Лучше я рядом встану, чтобы тебе падать было не страшно. Да не, мне не страшно падать. Мне просто бесит потом то, что вот это, силу тратишь. А так-то я ничего, мне вот, не... и смотри туда на стол. И не бросай в конце этот газ. То есть, грубо говоря, я должен увидеть, что у меня переднее колесо уже готовится спускаться, вот тогда я уже торможу, да? Там как раз расстояние на базу мотоцикла. Ага. Хорошо. Пока жопа не запрыгнет, не бросай газ. Хорошо. Потому что, бросая газ, ты и морду загружаешь, а жопу да. разгружаешь. Да. И у тебя вот так получается. Ты моментально теряешь зацеп, и все, и повисаешь. Понимаю, да. Почему, я не знаю, по-моему, 80% кур на гонке делают уже на самом практически верху. Потому что думают, что все, уже доехал, начинают сбрасывать газ, им страшно становится. Потом понимают, что не доезжают, у поддают, них, да? У них теряется зацеп, они его пытаются вернуть, и происходит вот это вот, потому что это... Ага. Не, я физику процесса головой понимаю отдельно от управления. В этих случаях твой верный друг. Чувствуешь, ситуация выходит из-под контроля, выжми его, все. Мотоцикл моментально потеряет все, у тебя же четырехтактный мотоцикл. Да, да, да. Он потеряет все нахуй. Я пользуюсь еще с почти самого начала. Я прям себя заучил. Вот так. Да. Пробуй. Давай. До самого верха не бросаем газ. Все. Хорошо. Бревна, блядь, невидимые. А
Так норм было. Здесь бревно просто. Вот оно, бревно косое. Я тебя попрошу еще, давай пару раз вот эту пробну, пока еще чуть-чуть силы есть. Давай, я там под твоим руководством прям. Фу. Позакидывай колесо для начала, а потом одно из таких закидываний просто ходом сделаем. А если получится, вот 50 рублей твои. Да, мотивация. Сейчас мне в средней стойке или тоже на жопе сидеть? Можно на жопе. Ага, хорошо. Вообще рояль тут не играет. Если не собираешься лететь туда, то стоять не надо. Ага. Рановато чуть-чуть, да? Да? Чуть-чуть попозже можно, да? Можно позже, но нормально. У меня как колесо, если... по-моему, сильно, да, прогибается, проминается. Это для эндуро хорошо. Да, но я не пробью об эту штуку. Нет. Я тяжелый. Ну ладно. Недолет. Можно даже из вот этого положения его сейчас закинуть. А вот у меня мысль посетила, получится, нет? Получится. Сильно как. О! Газ отпустить и газовый. Да, ничего, так. Тебе вот прям домашнее задание научить его поднимать. Ага, сцеплением и газом. Вот этим вот даже не заниматься. На расслабленных руках. Вот как, я не знаю, машинные механики. Ты же тоже как первый раз сел, ты глох там, глохилась она, да? Ну. А потом... Как-то ты поймал этот момент срабатывания. Да, смог даже да. Прям быстро это делать. Так и здесь. Его да, надо да, поймать да. И запомнить. Давай, да, не буду тебя задерживать. Сейчас сразу пробну. Слушай, а я не умею качать... Пни, коряги, березы. Смотреть? Да. А я не умею прожимать подвеску-то сидя. Ну, нормально. Просто, а? Просто заказывай. Ладно. Коснется передом, сразу делаешь открывание газа. Тихо, 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 Ого! Идеально. Ого! Все, давай на этой позитивной ноте закончим. Пока я не завалился. Ты опять. Блядь, идеально. Ты ничего не зацепил. Ты коснулся передом, потом коснулся задом и туда еще спрыгнул. Все было сделано прям вот как вот давно. Ну, спасибо большое, круто, круто. Но я частично осознавал, что происходит. Частично только. Потому что правильный настрой был, все было правильно сделано. Правильный момент, ты его начал снимать. Ура! Ровно за метр до препятствия.